На встречу с Оксаной Пушкиной звенигородцы пришли с пожелтевшими вырезками из старых газет и раритетными фотографиями. Стадиону «Спартак» 85 лет. Он был их излюбленным местом. Вспоминают, как летом здесь играли в футбол, а зимой катались на коньках. На этом стадионе проходила подготовка спортсменов к Олимпийским играм. Это очень уникальное место. Природа сама по себе, это река, окружение вот этими тополями, естественное футбольное поле, очень хороший дренаж. И вот наши футболисты, они еще живы, которые играли в 60-х годах, 50-х годах, и они говорят, лучшего поля нет, не было, нет и не будет. Длительное время стадион не функционировал, но летом 2019 года процесс сдвинулся с мертвой точки. Глава округа Андрей Иванов встретился с местными жителями на публичных слушаниях. Была сформирована концепция развития стадиона, но из-за эпидситуации реализация проекта приостановилась. Мы очень ждем, когда все-таки будет так, настоящая же полноценная возможность, и мы все приступим, ну, округ, прежде всего, администрация округа с поддержкой Минспорта, приступим к реализации полноценной реализации того проекта, который мы уже как бы затвердили с жителями и со всеми профильными заместителями и подразделениями администрации. Мечта звенигородцев может исполниться, если реконструкция стадиона «Спартак» будет внесена в государственную программу региона на 2022 год. За содействием в этом вопросе горожане обратились к Оксане Пушкиной. Она уверена, что совместными усилиями любая проблема решаема. Вопрос по стадиону «Спартак» она взяла под личный контроль. Наша задача сегодня вот попасть в программу, чтобы 22-м году, 870 лет. Да, 870 лет городу, и чтобы мы открылись и здесь сделали, ну не Олимпиаду, конечно, но мини-Олимпиаду. Да, вот такая задача сегодня. Пока вопрос в стадии решения, местные активисты при содействии коммунальных служб проводят на стадионе массовые субботники. Очистили территорию от сухостоя, залили каток. А администрация округа помогла установить горку для катания на тюбинге. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».